Вітаю! В ефірі програма «Тема дня». Про екстремальний туризм, про виживання в екстремальних умовах, про одиночні експедиції говоримо сьогодні з нашим гостем. У нас у студії Сергій Гордієнко, професійний мандрівник, фахівець з екстремального одиночного виживання. Вітаю вас! Добрий день! Мандрівник-одинак Сергій Гордієнко повернувся з двомісячної експедиції на каяку. Зустрічали його на Монастирському острові. З цього місця мандрівник розпочав свою подорож 60 днів тому. Сюжет зараз до вашої уваги. Зустрічати мандрівника Сергія Гордієнка зранку зібралися курсанти міської флотилії юних моряків та річковиків. Ми приїхали зустріти відомого мандрівника і просто хорошу людину Сергія Івановича Гордієнка. Нам подобається ця справа. Ми самі по собі моряки. Любимо усілякі цікаві подорожі. Самі цим цікавимося. Інтересуємося і любимо це. За декілька хвилин з'являється каяк. У ньому веслує Сергій Гордієнко. Наближається до берега. Курсанти допомагають прив'язати човен та відразу починають вручати Сергію Гордієнку нагороди. Від нас подяка за те, що ви нам дуже цікаві лекції читали. Маршрут Одеса-Дніпро мандрівник називає завершенням минулорічної експедиції. Відсьогодні Сергій Гордієнко буде залишатися на березі до квітня наступного року. У планах подолати 11 200 кілометрів Середземним морем. На подорож мандрівник збирається витратити 1 рік та 3,5 місяці. Пане Сергію, після кількох днів перебування на суші відійшли від мандрівки водою? Ну, скажімо так, во-первых, по времени це було не дуже великий промежуток, тому, скажімо, я не успів устати, скажімо так. Вот. А задачі в цій експедиції, ну, наверное, було дві основні. Перше – це пригнати каяк після прошлої експедиції. Причому, тому що я її закінчив в декабрі місяці, і каяк був оставлений в Одесі. Скажем так. Вот это постскриптум прошлой экспедиции. Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия. 4000 километров. Это прошлый год. Вот. И в этом году, скажем, постскриптум прошлой экспедиции и подготовка к будущей экспедиции. В следующем году я собираюсь пройти по Средиземному морю, собственно, до Испании. И потом сделать переход до Вены, оттуда опять сплав по Дунаю, возвращение домой. То есть получается, экспедиция вся займет где-то около 1,5 лет, скажем так. Вот почему? Потому что помимо моего перемещения, это будут встречи. Это встречи с нашими диаспорами, это встречи с людьми, которые занимаются этой темой, проповедуют. Я имею в виду вузы, университеты, которые занимаются именно, скажем, проблемами современного туризма. Вот. И, естественно, выживание. Поскольку это актуальная тема на сегодняшний день. Вот. И, скажем, возвращаясь к этой экспедиции этого года, скажем, несмотря на то, что она была короткой, но все-таки как бы я и поддержал тонус, поддержал технику управления морским каяком, и плюс новые впечатления от нашей страны, от взаимоотношений, от правильных и неправильных поступков, скажем так. И об экологии. В отношении экологии могу сказать, появился небольшой плюсик. Люди действительно стали относиться к стране более щепетильно, и мусора стало меньше. Это правда. Как долго вы планировали и собирались всю экспедицию? Я уже сказал, что это не запланированная экспедиция, где я должен был получить новые ответы на вопросы, а это тренировка. Вот. Поэтому времени всего лишь зима. Начало весни, і я пішов до того, щоб виконати цю задачу. Що із спорядження ви мали з собою? Ну, скажем, як правило, це небольшой запас продуктів, це необхідне снаряження, в яке входить кліматична одежда, і, звісно ж, окрема електроніка, в частності, необхідна вещь радіостанція. По которой я вел почти, скажем, постоянные передачи с нашими пограничниками, поскольку, во-первых, это период, когда суда не ходили, вот, и я, наверное, чуть ли не единственный, который был в море, ну, не считая сухогрузов, скажем так. Вот. Но поскольку пограничники постоянно ведут постоянный контроль, то я был на радиосвязи с ними. Вот. Естественно, это та необходимая часть, без которой не выпускают в море. Я прошу режисера вивести картинку, на якій ви зараз можете побачити маршрут Сергія, Одеса, Миколаїв, Херсон, Нова Каховка, Нікополь. Як часто ви сходили на берег?
Ну, получается, что у меня каботажное плавание, и я ночую все-таки на берегу. Каяк не позволяет комфорта, фактически у него нет, который есть в яхтах и так далее. Вот, поэтому каждый вечер после 8-12 часов перехода я, конечно, уходил на берег, ставил палатку и ночевал на каких-то участках береговой зоны. Ведь сейчас подорожье нагода была? Непогода? Да. Да, но в этом году, кстати, непогода была более умеренная по сравнению с прошлым. Прошлый год это были сплошные фронтальные ветра, которые превращались в очень мощные, скажем, этим шторма. На сегодняшний день все было более мягко. И поэтому, скажем, больше волнений, нежели шторма. Ну, нормально. Якщо негоди як такої не було, можливо, були якісь інші ситуації, які вас змусили застосувати всі свої навички для того, для виживання? Ну, в этом году, наверное, нет. Почему? Потому что это более тренировочный вариант. Хотя были ситуации, которые можно назвать экстремальной ситуацией. Ну, в частности, вот я уже хоть и повторюсь, в плане того, что на сегодняшний день очень много людей имеют очень мощное плавсредство, не имея на это никаких там прав, разрешений и так далее, и несоблюдение элементарных вещей. Когда они проходят мимо мелких судов, не снижают скорость. И в частности, произошло так, что когда я стоял на береговой зоне в плавнях реки Днепр, это фактически уже после лимана, прошел очень мощный катер. Вот, и прошел он настолько близко, он видел, что я стою лагерем, что он поднял почти полутораметровую волну, которая сорвала мою палатку, вот, накрыла меня, собственно, лодку мою приподняла. Можно сказать, что если бы в этот момент я не рассчитал, куда мне прыгнуть, то, может быть, даже бы закончилось все очень печально. Почему? Потому что меня просто могло бы убить лодкой, которая упала буквально сверху, скажем так, за счет волны. Вот, казалось бы, такой маленький казус, но он мог закончиться летально, поскольку в любом случае, в полевых условиях всегда возникают какие-то экстремальные ситуации. Пусть короткие, но они могут быть очень серьезными. Об'єкт ваших досліджень в екстремальних умовах – це сама людина. Да. Але наодинці зі стихією або іншими проблемами під час мандр. Чому обрали саме таку тему для своїх наукових праць? Ну, наверное, все-таки я всегда говорил о том, что у каждого человека есть его собственное предназначение. То есть мы его выполняем, либо не выполняем. Но поскольку мне приходилось большей частью жизни работать с людьми, я все-таки и осознал главное, что для человека важным остается человек. Все-таки. Когда мы боремся за окружающую среду, это правильно, это очень здорово, но в первую очередь нужно бороться за человека человеку. То есть туда входит все. От спасения жизни до спасения души. Скажем, и до возврата человека, именно пускай на сегодняшний день забытым, но каким-то пуританским правилам, которые бы все-таки определяли запреты и возродили институт совести. То, что, наверное, является главным фактором существования, скажем, мыслящей цивилизации. Чи не думали над тим, щоб подорожувати не наодинці, а із кимось? Нет, это специальный вариант, то есть, скажем так, я ведь не убегаю от социальной системы. Вот я просто пытаюсь найти ответы на вопросы. Когда человек попадает в ситуацию, он остается один на один с ситуацией. И, наверное, труднее не иметь рядом кого-то, а принять решение самому. Поэтому это очень важно, чтобы это развивалось и ставало наукой, скажем, которая помогла бы выйти из ситуации. Ну, а в отношении группы, скажем, юность, молодость и среднюю часть. Я очень часто водил группы, собственно, поскольку я пришел, собственно, из спортивного туризма. Вот. И это дало изначально вот те основы, которыми я сейчас занимаюсь. Безопасность – это самое главное. У 1999 році ви створили експедиційний центр «Соло-Екстрим», метою якого є підготовка фахівців із виживання і проведення екстремальних експедицій. Хто звертається до центру здебільшого і чи може проста людина навчатися? Ну, скажем, діло в тому, що я зараз читаю в Київському університеті туризму, економіки, права, доцент того університету, і в більшій степені це непосредственно проходить в самому університеті. Тобто я якесь час проводив семінари по підготовці. Вот, ну, они, опять же, становятся нечастыми, потому что мое время в дороге увеличивается. Я как бы
все время в экспедициях и сейчас готовлю еще более сложные, еще более продолжительные, скажем так, поскольку они дают очень хорошие результаты, вот, которые становятся потом лекциями, которые становятся потом частью науки, скажем так. Вот. Окрім фізичної підготовки і окрім фізичного загартування, що можна отримати в експедиції, що можна ще от людина для себе знайти під час подорожі? Що для себе винести з цієї подорожі? Фізика, скажімо, це дуже важливо, но я маю в виду фізична підготовка дуже важна, но не вона є фактором, який допомагає вийти чоловіку з ситуації. В більшій степені це, звісно ж, наскільки підготовлена його психіка. Все зависит от того, каким образом он все это время воспринимал существующие науки, существующие порядки, какие-то законы природы и так далее, которые бы помогли ему в случае попадания в ситуации выйти из нее. Поэтому я всегда говорил, вот мне задают вопрос, что надо брать с собой для того, чтобы выйти из ситуации. Я говорю, только знания. Многие говорят, нож, спички, да ерунда все это. Ситуации подсказывают следующее, вернее, практика подсказывает следующее, что хорошо подготовленные люди погибают. Его величество случай, он играет большую роль, чем подготовка, но остается шанс. За час всех ваших экспедиций, який был найпереломніший такой от момент, который змусив вас замислитись над чимось, або змінив повністю вас, ваш світогляд? Это был 1996 год, Антарктида. Когда я выполнял свою программу, программа была очень насыщенная, очень сложная, потому что я уходил почти каждый месяц на отдельные острова. Я испытывал не только снаряжение, но еще главное, я ждал тот момент, который наступит для того, чтобы понять, смогу ли я выйти из данной ситуации. Но, естественно, это было не столько важно для меня, сколько фактически для тех, кто может попасть туда. Я попал в серьезную ситуацию уже потом, когда пересекал пролив Пеннелл и уже уходил на побережье, где, собственно, и болезнь, и отсутствие, скажем, определенного опыта подвели меня к тому, что я почувствовал, что я не справлюсь с ситуацией. Хотя я вышел из нее только благодаря тому, что, знаете, есть такое интересное выражение. Кстати, я его подметил, когда был создан фильм с участием Хопкинса «На грани», когда говорит, от чего человек выходит из ситуации, либо погибает, от стыда. Стыд, именно, наверное, стыд и смущение из-за того, что те, кто мне верил, узнают о том, что я погиб. И если я погибну, значит, я перечеркну полностью всю свою практику. Нужно приложить как можно больше усилий, чтобы остаться на плаву. Что наисложнейшее, с чем может стыкнуться мандрівник? На вашу думку. Непонимание. Непонимание тех, кто с тобой рядом. Это страшнее, чем непонимание чиновника. Когда те, с которыми ты прошел большую часть своей жизни, говорят, я не знаю, зачем ты это делаешь. А от під час самої експедиції, коли знаходишся на природі, і якісь є ситуації, які ми стикаються, що найскладніше? Знаете, человек, имеющий определенный опыт, может выжить в джунглях с одним ножом. В принципе, почти каждый, лишь бы он этого захотел. Вот. А здесь, наверное, важно понять для себя, зачем ты живешь дальше. Если ты это осознаешь, ты будешь жить. Ты выйдешь из ситуации, ты победишь. Если ты знаешь, что делать дальше. В этой жизни я имею в виду, а не как выйти из ситуации. Потому что все остальное уже дает нам опыт, который мы приобрели за всю свою жизнь. Вот знаете, иногда мне задают вопрос, даже вот со школьниками я работаю, они говорят, вот что нужно читать и изучать? Я говорю, вы бы наиболее кропотливо бы относились бы к тем темам, которые дают вам учителя. Говорю, простой вариант. Кто из вас мне скажет, как сделать компас без из подручных материалов? И дети почти все говорят, откуда вы это узнали? Я говорю, физика, вот. Если вы будете относиться к тому, что вам дается фактически бесплатно, самое главное – это знание, то, естественно, в будущем вы всегда сможете выйти из ситуации и найти ответы на многие вопросы. Наступну експедицію ви плануєте розпочати у квітні 2019-го. Маршрут Середземним морем, ви вже про нього згадували, з кінцевою точкою морського переходу у Малайзії, Іспанії, після цього пішохідний перехід до Відня. Потім знову каяк до Дунаю. Маршрут 11 200 кілометрів, він займе 1 рік і 3,5 місяці. Порівнюючи з попередніми маршрутами, для вас це довгий маршрут?
чи ні? Ні, це не... Ну, я вважаю, так, це продовжительний. Це не найбільший, але продовжительний. Діло в тому, що за багато років я все-таки готував себе до дуже длительним перебуванням в умовах, скажімо, польових, екстремальних. Вот, ну, это очень важный вариант. Во-первых, я узнаю полностью все процессы Средиземного моря. Мне это нужно для будущей экспедиции через Атлантику. Почему? Потому что я изучаю динамику волн, вот, течения и так далее, которые позволят мне в будущем сделать задуманное, скажем так. Это в большей степени, скажем, осознание нового и накапливание опыта. И плюс еще, конечно же, общение с миром. Поскольку я буду встречаться и с диаспорами, буду встречаться и с представителями науки, ну и, конечно же, с переселенцами из Африки. Я не избегу этого фактора. Я даже знаю, что в районах Италии, все равно в районе Сицилии я встречу беженцев из Африки, и мне придется с ними контактировать. Поскольку это миграция, миграция новых поколений, то о них нужно знать как можно больше. Тем более, что слияние Востока, Африки и Европы, оно несет новые політичні ситуації. Пане Сергію, чи багато у вас однодумців, тих, хто є послідовниками вашими, а не просто підтримує? Когда меня приглашают в какую-то студию, это говорит о том, что они есть. По одной единственной причине. Есть тема, и всегда хочется о ней услышать. Конечно же. Я не сторонник создания какого-то учительского класса, где, допустим, будут ученики, но я знаю, что человек, который подхватывает тему, и осознает, что в жизни нужно что-то сделать, что-то оставить, потому что цивилизация живет за счет опыта. Ви говорили про непрофесійність українських мореплавців, що вони водять судна небезпечно і загрозою для життя. Незважаючи на це, другий етап подорожі, яку ви розпочали минулого року, ви пройшли в Україні. Чому? Ну, я вже сказав, що, во-первых, перша задача – це була перегнати каяк на будущий старт из Одессы. Вот. Ну и потом, скажем, в любом случае страна всегда остается одним из факторов изучения. Изучение, скажем, и ее геофизической системы, зоологической, биологической, и, конечно же, этнической и политической. Вот. Ну а в отношении, скажем, судоводителей просто в свое время существовала конкретная организация, которая пресекала незаконное вождение судов. И, скажем, просто видя, как это делают, с неким пренебрежением, проходя мимо малых судов, не сбрасывая скорость, иногда даже горцуя, а в большей степени в нетрезвом состоянии, вода не терпит этого. Вот. Допустим, взять ту же Турцию, там очень серьезно наказывают за подобные вещи. Я просто вот сколько я проходил вдоль побережья, я видел, как проходящие суда, даже если они очень далеко, скажем, ну, видя меня, они тоже снижали скорость очень низко, понимая, что существует закон, определяющий безопасность движения в акватории. 10 листопада 2017 року під час попереднього етапу експедиції ви пронули понад 2 доби без сну і їжі в морі. Як це вплинуло на здоров'я? 3,5 суток. Трое с половиной суток, да. Я хочу сказать, что, ну, это уже не первый опыт, это... Собственно, опыты других акваторий, это мне приходилось переживать в Белом море, вот, приходилось переживать и в более ранних экспедициях на очень крупных озерах. Вот, и я хочу сказать, что я отработал систему. Знаете, вот меня зачастую спрашивают, как вам удается за все это время удержаться на плаву. Дело в том, что я в момент шторма не нахожусь в каяке. Я покидаю его, закрываю кокпит глухарем. И просто болтаюсь, как на серфинговой доске, потому что, в принципе, находиться в состоянии при волнах до 3 метров – это практически невозможно. Можно какое-то время, но потом ты просто потеряешь силы. Вот. Я отработал систему подачи воды. Почему? Потому что без пресной воды, сами понимаете, существование практически невозможно. И плюс экстремальное питание, которое, собственно, очень простое, но в то же время разработанное мною. И вот сейчас даже эту тему подхватили, скажем, турки, именно турецкая военная организация. Обычная гречка. Я делаю небольшие пакеты, эти пакеты разлаживаю в доступных местах. В момент шторма я просто достаю, протыкаю, и туда попадает вода. В течение 6 часов они разбухают, и их можно применять в пищу. То есть, представляете, это без огня, без специй и так далее. Я нахожусь в состоянии возможного принятия пищи и воды.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ті, хто вирішив розпочати мандрувати, з чого краще все ж таки розпочинати? З підготовки, з якої і де почати мандрувати? Ну, я думаю так, що це незалежно від того, який чоловік вибере регіон. Все залежить від того, наскільки це йому потрібно і що в майбутньому це буде. Якщо чоловік просто хоче побачити світ, то йому не потрібно стремитися до якихось екстремальних варіантів. Йому можна користуватися технікою. Якщо чоловік хочет познать свои возможности, значит, у него есть уже какие-то предпосылки к его, в его психологии, в его спортивном развитии и так далее. Выбор за ним, но нужно читать, нужно тренироваться и выбирать для себя правильные позиции. А сказать, что, допустим, брать или с чего начинать, это неправильно. Потому что, по сути своей, каждый человек обретает свой опыт по-своему и сам. Серед тих, хто є вашими однодумцями, от заздалегідь, чому люди розпочинають займатися мандруванням? Що їх на це, що приводить до цього? Діло в тому, що в нашому подвіжному світі путешествують все і вся. Начиная от жидкості і закінчивая твердими тілами, які переміщаються в пространстві. А чоловік не може бути повноцінним мислячим существом, не отримує інформацію. Естественно, путешественники діляться на три категорії. Первое – это туристы, это все. Это и спортивный туризм, это экскурсии, это оздоровительный вариант. Но это покидание, временное покидание нажитых мест для того, чтобы получить новую информацию и просто отвлечься от своих жизненных позиций. Вторая категория путешественников – это экстремалы. Это люди, которые выбирают для себя возможность доказать собственные возможности. Это либо погружение на большие глубины, либо восхождение на вершины, либо прохождение больших расстояний – это экстремалы. И третье – это экспедиционеры. Это люди, у которых есть тема. Тема, ради которой они тратят всю свою жизнь. И иногда целыми годами находятся в дороге. І останнє питання, пане Сергію. Розкажіть більш, можливо, детально про от вашу наступну експедицію, яка займе 11 200 кілометрів. Її мета? У нее несколько задач. Первая задача – это пересечение пространств, которые мы уже назвали. Этого пока еще не делал никто, и это очень интересно для данного способа. Второй вариант – это так называемое изучение нескольких вопросов. Но первый вопрос – это состояние погодных условий на сегодняшний день. Вот то, что происходит непосредственно в пространстве, это, естественно, и наработки и возможности осознания, скажем, динамики волн в данной акватории, это ветровые системы, это шторма и так далее. И состояние человека, психологическое состояние в момент именно наиболее экстремальных ситуаций. А также встречи с неизвестными, малоизвестными видами, живыми организмами, или же мифическими, скажем так, все может быть. Вот, тем более этот регион уже будет насыщен хищниками, это, собственно, акулы. У меня есть тема, я очень давно, собственно, ищу варианты возможности, если не борьбы, то, по крайней мере, отпугивания хищников. Хищников приближающихся очень близко. Вот, эта тема, как говорится, уже разработана, я не буду о ней говорить, это целая лекция. Вот, ну и, конечно же, народная дипломатия. Это встреча с этническими какими-то единицами, это выступления в отдельных вузах, вот это встреча с нашими диаспорами и так далее. И, конечно же, наверное, контакт. Я думаю, что мы продумаем вариант моста, где я смогу непосредственно читать лекции во время экспедиции. Это будет, наверное, более удобно и более, наверное, правдиво, нежели, допустим, читать их после. Дуже вам дякую. Це була тема дня. Бережіть себе. На все добре.